Добрейшее утро, дорогие мои друзья. У меня повторилась вчерашняя история. Я проснулась утром, не помню, 8 что ли. Ну, около того. Хлеб замесила в чашке и думаю, в 9 я должна его переместить в форму. Проснулась я в 11 второй раз. Переместила в 11 хлеб. Ну, вот он у меня подходит. Сейчас 11:38. Собираюсь его печь. Сегодня хоть не забыла добавить сюда соль, сахар. Во вчерашний хлеб я забыла добавить, и он был очень пресный. Ничего страшного. Все равно вкусно все будет. Ну и по традиции. Доброе утро. Просыпаемся. Нас ждут великие дела. Тем более сегодня какой день. Сегодня мы уматываем в отпуск в Ростов. Кто не знает, знаете. Просто так. Кто-нибудь спросит, а куда, а чего, а кому, а насколько, а что делать будете, а вот это, а вот то. И 100 тысяч вопросов. Давайте без вопросов. Не надо слов. Знаете, вот говорят же иногда, не надо слов. Все, не надо. Просто мы едем, все будем показывать, что будем делать. Я, между прочим, когда утром проснулась, утром, 8, выпила чайную ложку вот этого. Тут почитала прямо. Это вчера я начала пить такую штукенцию. Утром и вечером. Давайте, с чего начать-то? Инструкция вот здесь. Усиливает лечебный эффект препаратов или прохождение курсов традиционной медицины, имеет широкий спектр действий, обладает противомикробным, антиоксидантным, противовоспалительным, иммуномоделирующим и кардиозащитным действием, благодаря благотворно влияет на весь организм, останавливает микрофлору кишечника, замедляет рост патогенных бактерий. Пчелиное маточное молочко, в общем, 2-3 раза в день, за 30 минут до еды, 1 месяц. Это курс снижения иммунитета, это рекомендуется применять при снижении иммунитета частых простудных вирусных заболеваний, РВИ, грипп, ангина. При воспалении горла, носоглотки, при бронхите, при головной боли, при артрозах, артритах, профилактике заболеваний ЖКТ, язве желудка, нарушении обмена веществ, при аллергии, кариесе, пародонтозе. В общем, лечит все. Это первая бутылка. Одна чайная ложечка, я прямо очень мало чайную ложечку. И вот такая штука. Что пишет? Создан из продуктов пчеловодства, лекарственных трав, защищает от вирусов, восстанавливает защитные функции организма, очищает организм от токсинов, уменьшает воспалительные процессы. Защищает организм от вирусов, оказывает тонизирующее, очищающее, общеукрепляющее действие, восстанавливает защитные функции организма, уменьшает воспалительные процессы. Снимает воспаление и раздражение горла. Ну и здесь 150 всяких. Это продукты пчеловодства, проще говоря. У меня сердцебиение. Ну, в общем, вот это я с утра пила, когда проснулась. Теперь, когда уже это провалилось через 2 часа, я пью свой пребиотик. Вот так вот до вечера всякие штуки буду пить. Можно не есть, буду здоровая. И все. Красота. Будьте здоровы. Кстати, если вдруг кто-то заинтересовался, что это, я вам оставлю ссылку на их контакт и на их сайт под этим видео. И если вдруг вы захотели там что-то купить, то есть промокод Щербинина на 15% скидку. Пожалуйста, кому интересно, можете перейти посмотреть. Я пока еще сказать не могу, есть ли эффект или нет. Я второй день пью, но у меня знакомая пьет. Она прямо бережит от них, ей очень нравится. Я пока на своем опыте сказать не могу. В общем, пьем, смотрим. Ну, сам по себе это мед тоже, не тоже, сам по себе мед полезен. И продукты пчеловодства, вот же, подождите, еще одну штуку-то надо выпить. Показать, я-то ее с утра выпила. Это перга, я съела, не выпила. Пол чайной ложечки, перга. Ну, в общем, все, можете там почитать, если хотите. Курс целый этот, биология вам. Доброе утро. Надо постель заправлять. Надо вставать уже. Я, представляете, вот я утром встала. Уже бодрая, все хорошо.
Нет, обратно легла. Ну нахера? Ну нахера легла? Все, теперь я побитая хожу. Все, друзья мои. Окрошки хочется. Сейчас часок пройдет, буду окрошку есть.